дуже вірним шляхом йдете. І хочу вам сказати, тільки не хватає трошечки віддихати. Як я віддихаю? Беру сигару, наливаю небольшое количество виски, очень дорогого. Открываю книгу Босх. Вот она. Иероним Босх. На какой-нибудь странице. У меня таких книг много, я люблю живопись. Вот сегодня это было. Очень мелкие буквы такие. Вот сегодня прочитал 47 страниц. Осталось чуть-чуть, к сожалению. И курю сигару, пью виски и читаю книгу о Иероним Босхе. И никуда не тороплюсь. Для чего я это делаю? Чтобы отключиться от внутреннего темперамента своего, который постоянно гонит лошадей. Который говорит, надо сегодня, надо сделать, надо позвонить, надо поехать, надо сделать, надо еще что-то, надо новое, надо еще что-то, надо делать. Занимайся, делай, мантры читай. Пиши книги, едь на производство, занимайся производством. Встречи, едь на встречи, отвечай. А так я взял и отключаюсь, все читаю, мне ничего не беспокоит, себе тихонечко, знаете. И этому уделяю там час или два.